Только что вы последний раз посмотрели нашу старую заставку. Теперь она будет такая. Что для меня детские походы? Эй! Это та самая возможность вновь пройти детство, юность, вокзалы, причалы. И, конечно, это общение с близкими друзьями в режиме 24/14. Щелка на волейбольную площадку. Что может быть лучше в жизни? Вот сюда лучше, здесь меньше камней. Привет! Привет! А куда это? Знакомьтесь. Мои друзья. Спасибо, Игорь. В детском походе всегда есть место физкультуре и спорту. Вот мое любимое упражнение. Неустанно смотреть, как бегают девчонки туда-сюда. Это очень укрепляет мышцы шеи. Конечно, интересно наблюдать за игрой профессионалов, за их отточенной техникой, за выверенными движениями. Но от этого веет только холодным, бездушным спортом. К счастью, у нас все по-другому. Наша техника игры скорее ближе к искусству. Самая лучшая помощь – это не мешать. Пацаны, вам нужно как-нибудь помочь? Мы тоже хотим блины готовить. Девочки, отстаньте. Самая лучшая помощь – это не мешать. Правда? Раз, два, три. Точно легло. Неужели кто-то сразу выиграл? Аня! Победитель! Что скажет победитель? Из чего? Откуда он это знает? В общении с детьми очень важно соблюдать определенную строгость и уметь вовремя сказать «нет» на их капризы, просьбы и прихоти. Уметь говорить твердое «нет». Ну, хотя бы твердое «отпустите меня, пожалуйста». Это были водолазы какие-то, они вместе сами праздновали победу на Азимуте.
На спине наколоты. А я чё? Бывает поза водника, бывает поза гитариста. Ага, в водном походе. Гитариста водника вот. Первая поза гитариста водника. Кто знает, будет ли еще противень рыбы в этом походе? Надо хоть это. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Каждый год в походе к команде привязывается какая-нибудь песня, от которой совершенно невозможно избавиться, пока она окончательно всех не задолбает. В этом году на нас набросилась песня новозеландских китобоев. Корабль в море одинок, зовется чая, котелок на зло несется всем ветрам на радость моряка. Валерман придет, чай, ром, сахар принесет, когда мы управимся, домой отправимся. И двух недель ведь не прошло, кита большого принесло, поднялся шлюпер на весь мир, кита взять на пути. Валерман придет, чай, ром, сахар принесет, когда мы управимся, домой отправимся. Ай да, ай люли, ай люли, да, ай люли, ай да, ай люли, ай люли, да. Коснулась шлюпка лишь воды, зацепил их кит, удар волны, гарпун поймал кит шебутной, но скрылся в глубине морской. Валерман придет, чай, ром, сахар принесет, когда мы управимся, домой отправимся. Но трос был цел, и кит тащил его, китобой не упустил, не ради денег бился он, поставил честь свою на кон. Валерман придет, чай, ром, сахар принесет, когда мы управимся, домой отправимся. Ай да, ай люли, ай люли, да, ай люли, ай да, ай люли, ай люли, да. Уж 40 дней как минули, все лодки в море сгинули, трос вьется, то звенит как кнут, но кит продолжил долгий путь. Валерман придет, чай, ром, сахар принесет, когда мы управимся, домой отправимся. Я слышал, битва все идет, не рублен трос, и кит плывет, лишь Валермана окрик там на радость моряка. Валерман придет, чай, ром, сахар принесет, когда мы управимся, домой отправимся. Валерман придет, чай, ром, сахар принесет, когда мы управимся, домой отправимся. За что я еще люблю детские походы? Так это за то, что в них никогда не бывает голодно, так как в спортивных. Никто не делит одну конфетку на четверых, не мечтает вслух о вкусной еде, и уж, конечно, не трется возле дежурных в ожидании крошечек. Печенку какую-то там, еще что-то. Там молоко было, колбаса, печенье, тортик. Да, 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 там как бы вагон всего был. В общем, развлекались. Мармелад? Где мармелад? Кому нужна капуста, подходи. Капуста. Капуста? Почему? Так от капусту правильно. Хлеб. Колбаса! Капуста. Саня, готов? Давайте. Надо не ржать.
Тогда будет выбрасывание. Парни, у кого прям совсем заканчиваются силы, могу вискаря принести. У меня кончились силы. Это детский поход. Очень плохо, если дисциплина в команде держится исключительно на страхе и принуждении. Хорошо, что у нас все построено на любви и взаимоуважении. Почему каны не помыты? А кто вчера дежурил? Ой. А кто сегодня дежурит? А чё дров-то так мало привезли? Ну а завтра кто дежурный? Я прям демонизируешь. Да. Справедливость? Да, да. Так, я не понял, парни, мне кажется, нам пора идти в баню. Кава, нагила, кава, нагила, ля-ля-ля-ля. Кава, нагила, кава, нагила, кава, нагила, ля-ля-ля. Кава, наранина, кава, наранина. Ля-ля-ля-бам-бам-бам-парам-пам-пам. Битва на картонах. Я тоже. У нас с тобой хороший шанс. Раз, два, три. Опа. Таня! Танюха, ты лучшая! Наслаждайся. Это детский поход. Друзья, если у вас в походе кончилось пиво, а оно у вас, конечно, кончилось, надо просто представить себя Гарри Поттером, найти какую-нибудь волшебную палочку, вот, и сказать древнее магическое заклинание. Пивасикус Таталус! Это работает. Дорогие зрители, обратите внимание, что в другой руке у дяди Саши. Что же это? Это его любимая цепная пила. Невозможно этой штукой работать. Ты сейчас про какую штуку? Надежный умывальник. Таежный примус мы уже делали, а это таежный умывальник. С муравьями? Да. А может чуть подальше? Красивый зацеп. Выпали расписные деньги разве начал мы. Полундра! Полундра, товарищи все по местам! Последний парад
поет. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Давай улыбаться! Азоля, можешь так зубки показать? Как, Ален, как терминатор. Скажи, это детский поход. И обратно. А ближе к концу нашего путешествия с нами произошла замечательная история. Мы стали лагерем на небольшом острове, и ближе к вечеру к нам на стоянку приплыли наши друзья, которые только начинали свой маршрут. И на утро каждая команда продолжила свой путь. Но вот эта совместная ночевка, наполненная дружеским общением, шутками, смехом, песнями под гитару, стала просто вишенкой на торте нашего путешествия. Этот город, он на вид угрюм. Краски севера полутона. Этот город, он тяжелодум. Реки в камень он запеленал. А теперь дождями перемыт, пряча лужицы в своей тени, розовеет в Наенгозере гранит, и дома стоят совсем одни. Всех моих друзей есть разные причины, и куча важных дел зовет в дорогу их. Ведь все мои друзья серьезные мужчины, и небо я прошу хранить друзей моих. Ведь все мои друзья серьезные мужчины, и небо я прошу хранить друзей моих. У всех моих друзей есть праздники и путь, нелегкая судьба и разные пути. Но друг для друга мы давно родные люди. Улыбок наших встреч светлее не найти. И это на планете всех касается. Нам есть за что судьбу благодарить. Когда серьезные мужчины улыбаются и могут несерьезно говорить. Для всех моих друзей любовь не просто слов. Вообще, друзья мои, так бережны слова. Но в трудный час плечо поставить все готов. За это я скажу, друзья, спасибо вам. Но парус и плечо поставить все готов. За это я скажу, друзья, спасибо вам. Нам каждый день с утра друг другу удивляться, с отчизной пополам судьбу свою делить. Сегодня как вчера, и дай нам Бог, чтоб, братцы, не затупить пера и сердцем не остыть. И это на планете всех касается, об этом так приятно говорить. Когда серьезные мужчины улыбаются, нам есть за что судьбу благодарить. Да, это на планете всех касается, об этом надо прямо говорить. Когда серьезные мужчины улыбаются, так хочется судьбу благодарить. Пускай серьезные мужчины улыбаются и могут несерьезно говорить. Серьезные мужчины улыбаются и могут несерьезно говорить.